Песенка чудесенка, подключалась с нами. Песенка чудесенка, с добрыми словами. Улыбнулась песенка, стала веселей. Улыбнулась песенка, улыбнись ей.
Театр песни Вилли Вилки, друзья, еще раз поаплодируем. Thank you.
я прошу вас занимать свои места в зрительном зале совсем скоро. Мы начнем торжественное награждение. Но пока, прежде чем начать наше награждение, хочется узнать, как Ищенко Юрии Валерьевны. И сейчас мы назначаем, отмечаем, награждаем номинацию «Слово». Юлия Валерьевна, вам слово передаем. Спасибо, вы настоящий друг. Можно ли такая, да? Спасибо. Ребят, ну, во-первых, я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Аплодисменты вам, вашим педагогам, вашим родителям. Я действительно пришла не с пустыми руками. У меня есть несколько подарков для каждого участника. Вот. И первый подарок, который я хотела бы подарить от нашего центра, от меня и от моего партнера Макса Дэвидсона. Он вам передает большой привет. Он сейчас тоже на конкурсе в Нижнем Новгороде. Вот мы с ним судим. Так вот, это вот такой значок, на котором написано «Я люблю восьмую ноту». Дело в том, что все вы, музыкальные поющие ребята, вы точно знаете, что у нас семь нот. Да? Но мы придумали восьмую. Это нота любви, потому что без любви никакая мелодия, никакая песня, никакой фильм, никакое творчество существовать не может. Поэтому в пакете, который мы подарим каждому участнику, вы найдете вот такой значок. Носите его и помните, для чего вы поете. Вы дарите свою любовь зрителям. Также для каждого участника в пакете есть... Можно я подсмотрю? Два билета на поход в музей мультипликации. Один билет – это два человека. Я специально положила по два, чтобы взяли своих друзей и сходили в этот замечательный музей. Также там лежит подарок для вашего педагога. Это диск с авторскими распевками от нашего продюсерского центра, от Макса Дэвидсона. И здесь записана песня «Это любовь», есть плюс и минус. Пожалуйста, занимайтесь, пойте. И спасибо вам. Спасибо большое. И еще привет. Номинация эстрадного джазового вокала 5-8 лет ансамбль. Награждается лауреат третьей степени. Театр песни «Великий», город Москва. Продолжая эту номинацию, награждается лауреат второй степени. Не надо сантиметров.